Где здесь утушители? Что? Женя, ты что нашел такое? Аля хава! Смотри, папа, что Женя нашел. Прикол. А что это такое? Сейчас тут пауза, я что-то застрял. Застрял, папа? Я тебе помогу. Ну, давайте дальше продолжаем. Готовы? Как делишки, ребятишки? С вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жейко и Игорем мы в очередной раз будем играть в «Кто твой папочка» в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет. Всем привет, ребята. И как обычно, не забываем ставить большущий палец вверх, потому что если с вами мы сможем брать большое количество лайков, то тем больше серий мы будем записывать вот таким составом, если вам, конечно, нравится вот эта рубрика. Да, ребят, не забывайте подписываться на наши каналы, ссылки все есть в описании. И, ребят, не забывайте писать положительные комментарии. И давайте наберем под каждым нашим роликом 5000 лайков. И тогда ссылочку на карту мы оставим в описании, где вы сможете поиграть со своими друзьями. Карта будет очень веселая. Вы сейчас сами все увидите. Приятного вам просмотра. Итак, детишки. Женечка, Эдичка, здесь я работаю. Это моя космическая станция. А как она называется? Она называется... Просто космическая станция. Папа нам что-то не договаривает. Папа, секреты, секреты, папа. Сейчас все объясню. Это секретная космическая станция. Не страшно. Лучше ничего так не трогать, да? Вот я вам показывать буду, говорить. Конечно, мы ничего трогать не будем, естественно. А что нельзя трогать, да? Вы понимаете. Да, конечно. Пошли, папочка. Папа, это что такое, папа? А ну. Я не знаю, что это такое. Ну это, короче, вот такая вот тема. Тут типа кровать, только не кровать. Ага, ну понятно, понятно. А это? А это что? Квадрокоптер, пацаны, видите? Я модный? Это потут? Эдичка, смотри. О, нифига себе. Жень, дай мне померить. Давай. Что это? Папа, дай! Папа! Там, не пинайся. А это? Ребят, понимаете, гирокоптер. Это если мы захотим снимать влоги в космосе, да? То есть мы просто цепляем сюда большие видеокамеры и взлетаем просто на них. Это больше похоже на стол, ладно. Нет, это... Так, собственно, что, пойдемте дальше. А я там... Папочка, ты пройдешь нам экскурсию в этой серии? Конечно, конечно, вам здесь все покажу. Почти все, кроме секретных материалов. А это что? Это что? Папа! Где? О, какие космические. Давайте для того, чтобы мы быстрее передвигались, я вам покажу новую технологию. Ооо, быстрее. Да. Эти коридоры строились годами, собственно, кем? Инженерами, верно? Верно. Имена ты их не скажешь, они же секретные, да? Конечно, конечно. Асталависта, детка, асталависта. Космические пушки. А что произошло? Итак, собственно, Жека у нас выпал из космоса, и мы его вернули. Эдичка, смотри. А ну покажи. Я не понимаю, где вообще взяли пистолет? О, космические игрушки. Прикольно. Прикольно. Итак, продолжаем нашу экскурсию. Побежали. Ура! Женя, смотри, что у меня есть. Что такое? Это, Эдичка, короче, это рыболовный крючок. Понимаешь, это рыболовный. Что-то не работает. Мне кажется, чего-то не хватает там. Ну да ладно, у нас покруче пушки есть. Вы меня не звоните, да, вы тут можете баловаться со своими пистолетами, да, я как бы ни о чем не ограничиваю, конечно, да? Ну что, заработало! Побежать. Что вы больше пропадать не будете. В космосе, а да? Что это такое? Секретная яма какая-то, папа, смотри. Женя, иди сюда, Жень, смотри. Прикол. Так, я не понимаю. Женечка, понятно, он тупой, он маленький, но ты... Ладно, я буду взрослым, папа. Женя. Может, вылезешь оттуда, придурок? Космическая вода, смотрите. Космическая вода. Это вот сухая вода. Прикол, побежали. Утушите меня! Где здесь утушители? Что это? Женя, ты что нашел такое? Аля хава! Смотри, папа, что Женя нашел. Прикол.
А что это такое? Сейчас ступал, я что-то застрял. Застрял, папа? Я тебе помогу. Ну, давайте дальше продолжаем, готовы? Итак, собственно, меня начальство, походу, уже уволит за это, да, я так понимаю? Тут немножечко мы напакостим. Несчастный случай, папа. Так. Жень, смотри, для тебя игрушка небольшая. У меня уже есть. Где, где? А, Боба тут. Смотри. А вот что это такое? Так. Тебя куда тебе кушать, конечно, да, но... Прикол, Женя. Посмотрите, ребенок-террорист. Ему сколько лет? Тебе сколько лет, мальчик? Он еще маленький. Пошли, папа, он еще маленький. Он не повзрослеет. Куда мы идем? Вот это вот тут не трогайте, рычаги, да, вот эти, нельзя их трогать. А что это такое? Женя, а ну посмотри, Женя. Смотри, рычаги какие-то, что? Женьку мы эти потеряли, Женечки больше не будет. Женя, папа сказал не трогай, а ты потрогал. Ты потрогал. Папа, Женя, Женя, выбегай, Женя. Побежали. Пошли, пока папы нету, пошли. Куда, значит, пока папы нет? Нет, просто. Я рыбку какую-то нашел, что это такое. Так, эту рыбку есть нельзя. Она смертельно опасна, понимаешь? У тебя может взорваться мочевой пузырь. Она секретная тоже, да? Ну ладно, держи, папа, я тебе отдам. Все мы друг друга травите. Вы как бы это, братья, да? А мы балуемся, да, Женя? Мы балуемся. О, у меня есть пистолет. Хватит меня срывать. Пожалуйста, дайте я постреляю. Пошли, папа. Папа. Смотрите, что я нашел. А ну что? Папа, мы же твои сыновья. Я должен был попробовать. Ладно, дальше, собственно, экскурсия у нас, да? Папа, а какой секрет этой экскурсии? Будет что-то необычное? Ой-ой-ой, я сам пока не знаю. Да, ну давай посмотрим. Надеюсь, что будет. У нас ракеты. Ракеты, мы хотим ракеты посмотреть. Хорошо, пойдемте ракеты посмотрим, только вы и я. О, Жека, смотри. Это настоящие ракеты. Нифига себе. Прикол, прикол. Смотри, папа, что я нашел. Кстати, вы можете померить снаряжение, почувствовать себя... Жека, давай снаряжение померим, смотри. А я уже примерил. Во. Во. Не надо. Папа, смотри, прикольное снаряжение. А ну покажи голову, покажи лоб. Папа, посмотри, смотри. Отставь меня. Прикольное снаряжение. Не надо, Эдичка, я буду брать, не надо. Отдайте мое снаряжение. Жек, что это такое? Какие-то heavy охуджен какие-то, смотри. Охуджен? Охуджен, не нравится, охуджен. Прикол. А это... Не надо! Папа! У нас папа ненормальный какой-то, Жека! Нет, дорогие! Нет, папа! Я полетел! Как, я не понял. Прикол. Давай, Жека, давай. С вами. Не, папа, мы сами хотим. Мы уже взрослые, папа. Я пойду. Прикол. Жека, кто первый? Стартуем. Я начну стрелять. 3, 2, 1. 0. Начало старта. Полетели. Прикол. А папа отстает, Жека, папа отстает. Земля в иллюминаторе! Земля в иллюминаторе! Офигеть! Круто! Папа, что ты нам не рассказывал раньше? У тебя такая интересная работа! Это секретная база, верно же, нет? А, это же секрет! А папа лох, папа лох! Папа отстает, папа отстает! А папа лох, папа лох! Папа отстает от нас! Так, алло! Жека, ты уже где? А я могу в полете стрелять? Конечно. Я не знаю, это ты нам должен сказать, папа. Ты в этом разбираешься. Я могу в полете стрелять, пацаны, я террорист-смертник. Итак, Женечка и Эдичка, мы приехали на Марс, да? Приехали! Обычный этот житель Марса. Так поползет, какая-то пиписька. О!
Нифига! Жека, спасай! Жека, спасай! Смотри, что... Папа, прости! Жека! И ну, собственно, теперь мы на Марсе останемся навсегда. У меня опасность, не настроен кислородное оборудование. И теперь нам нужно выращивать картошку для того, чтобы здесь выжить, да? Смотрите. 8-7! Какие 8-7? У меня 3-2-1. Поехали! Подождите меня, паскудище! Ну, в общем-то, ребята, давайте на этом тогда закончим. Всем большое спасибо за просмотр. Если этот видос вам понравился, почему бы не поставить лайк и не набрать 5000 лайков, верно? Да, ребята. А мы полетели дальше исследовать космос, в принципе. Если хотите видеть еще серии по кто-то их папочке, не забывайте ставить лайки и писать ваши идеи в комментариях. Да, ребята, и что самое главное, не забываем подписываться на наши каналы. Ссылочки, как обычно, на всех будут в описании. Всем удачи, ребята. Всем пока. Всем удачи, всем пока.